Потому что у меня тема это Branding Info. Вот мы где-то год поработали на этом рынке, нам было очень интересно. Я хочу поделиться тем, что мы, значит, узнали и почувствовали. И для начала я хотел бы сказать, что, конечно, чтобы бренд стал сильным, он должен как минимум преодолеть те барьеры и вызовы, которые ставит рынок, и ответить на инсайт своей аудитории. Вот все, что потом, так сказать, появляется с точки зрения, ну, как бы, бренд-решения, это, конечно, дальше. Здесь мы хотим сказать, что если мы спустимся на рынок микрофинансовых организаций, то будет очень интересно посмотреть, прежде чем там что-то делать, прежде чем там заниматься коммуникациями и думать, там, а что делать с брендом, да, как его изменить. Лучше посмотреть на просто ту ситуацию, те барьеры и вызовы, которые этот рынок, эта категория сейчас накладывает на, так сказать, на всех. Да? Вот. Я не хочу говорить о таких важных барьеры, которые все чувствуют, это законодательные барьеры, да, и так далее. Я хотел бы коснуться только барьеров, которые, значит, имеют непосредственное отношение к бренду. И, конечно же, вот такие, казалось бы, да, так сказать, очень специфическое потребительское отношение, да, к услуге. Буквально монопродукты, которые предлагают на этом рынке, да. Очень сильный негативный фон, все усиливающийся, да, по восприятию категории. И так, и много проблем с кадрами, все это накладывает отпечаток на тех, кто работает с коммуникацией брендов, и брендами, и на маркетинг, и так далее. Мы это очень хорошо почувствовали и, в общем-то, учли эти барьеры, эти вызовы. Что касается вызовов, то, безусловно, любая категория, с которой вы не работали, мы не работали, она задает брендам определенные вызовы. И, в принципе, эти же вызовы и являются, если на них правильно ответить, они являются драйверами. Вот. То есть наша задача, как бы, сделать из вызова драйвера. И здесь можно сказать, что это, конечно, и неразвитость коммуникации рынка в целом, я об этом скажу два слова. Это разнородная аудитория с разными инсайтами и потребностями. И мы неожиданно столкнулись с тем, что, так же, как и в банковском секторе, здесь, несмотря на то, что очень, казалось бы, да, детерминированный продукт, значит, микрозаймы, вроде, так сказать, вот, нуждающиеся, они все одинаковые, да, которым срочно нужны вот эти маленькие деньги под бешеный процент, да. На самом деле там дифференциация очень сильная. Плюс ко всему сейчас предлагается инвестиционные займы, и вы понимаете совершенно такая история. Вот. Реально компаниям очень сложно работать по направлению программ лояльности. Мы понимаем, почему. Вот. Просто, ну, во-первых, это рынок еще не развит, во-вторых, технологические ограничения очень сильные, так это будешь делать программу лояльности, когда мы беседовали с директором по IT, а он говорит: ребята, у меня бэк-офис, а мне, чтобы запустить там хотя бы минимальную программу лояльности, нужно весь бэк-офис переколбасить. Затраты, время и так далее. Плюс, конечно, вот то, о чем я стал говорить, да, необходимость внедрения технологических процессов, и то есть все это на самом деле влияет на конкретно на покупку, да, на процесс покупки, впечатление от бренда. Конечно же, если мы занимаемся коммуникациями, мы обязаны в это дело погрузиться и попытаться, значит, на это отреагировать. Ну и пару слов о картине. Понимаете, мы провели, так сказать, достаточно много времени. Сейчас там об этом частично скажу. Конечно, я не могу вам здесь показать то, что мы видели все, но просто несколько слайдов по картине рынка, да, чтобы мы поняли, просто что это за рынок. У меня нет ни в коем случае никакого желания, значит, заниматься критикой, тем более, скорее всего, там представители инфо здесь сидят. Вот. Но хотелось бы отметить одно, что существует неразвитость категории, просто потому что она возникла недавно, хотя динамично развивается. Соответственно, с точки зрения коммуникации она в коротких штанишках. И там все, так сказать, сообщения, все, как бы, посылы, инструментарии маркетинговые, они пока еще, так сказать, во-первых, повторяют друг друга, во-вторых, они, как бы, такие вот достаточно пока... Зачастую, может быть, не очень честный по отношению к потребителю. Да? Займ под 0%. Ни один, ни одна компания, ни один бизнес не даст под 0% займ. А может дать на день, но это будет день. Да? Вот, или там сколько-то дней. Значит, соответственно, бесплатного займа быть не может. Так же, как не бывает бесплатного сыра, значит, мышеловки. Коммуникация категорийная. Очень интересно, что когда мы там год назад в это погрузились, мы поняли, что все говорят об одном и том же. Все говорят о том, что у них есть параметры продукта, эти параметры там три, сумма, время оформления и то, что это документ. Вот. То есть у всех
И из этой категорийности, как бы, вот наше понимание, что категория постепенно выходит, да? Но ситуация, когда потребитель не может отличить ясно, да, один бренд от другого, потому что предложение одинаковое, он говорит, да, вот это зеленый бренд, это красный, ну, разницы не понимаю. Да. Когда они все красные, то разницы вообще нет. Причем я говорю не о визуальной коммуникации, здесь надо понимать. Это понимание рынка внутри, понимание людей, которые занимаются коммуникациями, понимание их как бы инструментов. Соответственно, ну вот такая есть вещь. Да, ну, я там выделил это как вот определенную там категорию, да, как такое финансовая шаурма. Финансовая шаурма, но опять же без критики, коллеги. Соответственно. Ведь работает. Вот, кстати говоря, я об этом, если мне удастся все-таки, так сказать, если я... Значит, да, дотянусь. Я все-таки скажу, да, не факт, что это работает. Судя по темпу, да, у меня картинок будет мало. Вот. И мы, конечно, изучали, я сейчас покажу, то есть мы изучали потребителя достаточно плотно, аудировали офисы, но потребитель был очень интересен, поскольку ну, реально специфика в том, что это спонтанная покупка, такая очень странная лояльность или ее отсутствие, да, то есть люди, которые сидели при нас, совершали покупки в разных городах, мы поездили по разным городам. На вопрос, а почему вы давно, так сказать, ходите, так сказать, ну, обслуживаете? Он говорит, да, в принципе, уже там второй год. А почему вы пришли? Да я не знаю, просто удобно. С домом рядом. Или там к девочке зашел, девочке понравилось. Пока работать, я к ней хожу. То есть абсолютно спонтанность такая, нерегулированная. Но самое интересное, что, так сказать, ядро этих заемщиков вот на этом рынке описывается как там, наверное, в принципе, 26-30, как это ни странно, да, хотя там люди возрастные, очень много, да, пенсионеров. Но когда мы посмотрим на перспективных заемщиков, и мы увидим, что это пенсионеры, которые являются самыми добросовестными заемщиками, поэтому очень интересны для этого сегмента, студенты, которые самые динамичные, постоянно нужны деньги, потому что они где-то их просаживают, а родители не дают. Вот. Но самое интересное, возникают инвесторы неожиданно, да, и ИП, которым нужны постоянно оборотные деньги, и вдруг мы видим картину совершенно разношерстной аудитории со своими инсайтами. И мы должны на это отреагировать. А инвесторы это кто? Это инвесторы. Мы с тобой можем быть инвесторами быть. Ну, есть продукт, есть продукт, есть продукт, инвестиционный займ. Да, это новый продукт. Соответственно, я очень кратко скажу, тут слайд такой интересный. Прошу меня фотографировать. Вот. Но это наше видение, собственно говоря, движение, как вот бренды МФО могут развиваться на этом рынке. И мы, собственно говоря, для нашего клиента и предложили эту схему развития. И здесь как бы секретов нет, потому что мы считаем, что в той ситуации, которую я вам показал, к сожалению, за там, 2 минуты, да, я обрисовал коммуникацию как категорийную, бренд, который позиционирует себя в категории, он может стать вдруг брендом-проводником, потому что на самом деле все эти люди, которые занимают, так сказать, такие жуткие проценты, они говорят, ребята, вообще-то я хочу вам доверять, потому что я хочу, чтобы меня не обманули, а потом у вас коллекторы были такие, чтобы мне не звонили каждый раз, так сказать, не вносили мне мозг, да? А я там, может быть, я добросовестный заемщик. Вот. Но как бы я хочу увидеть профессионализм, это как бы инсайт, да, и в обслуживании. Вот. А с другой стороны, надо понимать, что эта аудитория всегда находится в ситуации проблемной финансовой. Финансовые проблемы, которые нужно срочно решить. Поэтому, если компания предлагает выход из сложной финансовой ситуации, то это, безусловно, так сказать, направление. И в дальнейшем, как мы все понимаем, это может быть брендом спутником, так вообще на финансовом рынке. Да? То есть это компания, которая может сопровождать человека дальше. То есть если он потом сможет стать клиентом банка, получать кредит в банке, да, это неплохо, да, потому что мы поддержали его на этом движении и дали ему возможность, так сказать, как добросовестный заемщик, между прочим, да, перейти к следующему этапу, потому что если не будет добросовестным заемщиком, какой банк ему даст кредит? Вот. И, собственно говоря, рецепт, как сделать бренд лучше, это такая фраза, но, тем не менее, это наша технология, по которой мы движемся для того, чтобы что-то вырастить с точки зрения бренда. И теперь я сейчас скажу пару слов про кейс проекта. К сожалению, не смогу показать много, потому что проект сделан с точки зрения брендинга, сейчас запускается, находится в процессе запуска, поэтому то, что мы с клиентом смогли согласовать, я вам коротенько обозначу. Но как бы вся коммуникация сейчас будет
реализовываться. Соответственно, нам посчастливилось поработать с таким клиентом, как «Быстрые деньги». Вот. И, собственно, мы вошли вот в такую ситуацию. Это то, что висит сейчас, в принципе говоря, по всей нашей стране. Ну, то есть, собственно говоря, это 500 отделений, 180 городов. Это компания, которая, собственно, формировала категорию и вошла, так сказать, в 2008 году на рынок. Ну, собственно, те, кто в курсе, я не буду об этом говорить. Вот. Соответственно, это займы для зарплаты. Дескриптор — это категорийная коммуникация. Надо к чести сказать, что клиент всегда понимал, что он лидер, что он не может коммуницировать на уровне всех остальных игроков. И это правда. И, соответственно, вот то, что вы видите, сухая очень коммуникация, отстраненная, достаточно специально сдержанная такая, засушенная, чтобы не попасть вот в эту финансовую шурму, чтобы мы как-то дифференцировались. Но, с другой стороны, я вам успел уже что-то сказать, и мы понимаем, что клиенту-то нужно, кроме денег, быстрый и, так сказать, одобренный кредит, ему нужны еще какие-то еще дополнительные истории, которые для него очень важны. Да? То, о чем говорили, кстати, ребята в банковской сфере. И... Вопрос один, да. Короткий, по предыдущему знаю. Там вот следующая вывеска, это уже другой бренд? Да. Да. Да, это прям так время. Да, это в стык. Все в стык. Ты идешь и как бы видишь картину рынка. А там же, кстати, МТС, Евросеть, и там же, в общем, короче, вам. Политика рынка, которую мы с тобой против пары. Да, коллеги, там есть тройка лидеров, да. Вот. Соответственно, смотрите, мы двигались определенным этапом. Это такая взрослая технология. И сейчас мы находимся на, собственно говоря, этапе запуска. Вот. Пройдя все самые сложные этапы, включая креатив и дизайнерские решения. Из всей этой технологии я хотел бы выделить просто по опыту, да, очень важные вещи, такие как аудит и, собственно говоря, получение информации внутри компании. Ну, понятно, с точки зрения исполнителя достаточно затратная история, потому что если федеральная компания, то тебе приходится не только ездить по офисам и наблюдать вот этот тот самый customer experience, да, про который говорили ребята, но тебе нужно желательно в каждом городе побеседовать с маркетологом, с региональным директором и посмотреть внутри, там, как он чувствует, значит, свой потребитель, как он чувствует эффективность своей рекламы, своих коммуникаций. С другой стороны, экспертное интервью с топ-менеджером дает вам возможность как-то погрузиться в их видение. Да? Ну и, конечно, определенным образом информация должна быть структурирована, потому что мы должны принимать во внимание все, начиная с процесса обслуживания, заканчивая инсайтами потребителя, продуктовый портфель, значит, элементы оформления, а также, конечно, там, все, что связано с рынком, с конкурентами и так далее. И если просто коротко говорить, понятно, что, так сказать, у любого бренда есть свои сильные стороны, и они достаточно четко выделяются, и есть свои слабые. Зачастую слабые стороны, сильные стороны являются одновременно слабыми в контексте рынка и развития, как бы, категории. В данном случае это было именно так. И опять же, не углубляя стратегию, которую мы разработали, но могу, так сказать, очень коротко обозначить, что очень было важно всегда, да, во всем, в каждом проекте выделиться среди конкурентов, выделить инсайд и сказать, что то, что мы вам сейчас сделаем, это ответ на этот инсайд. Да? В данной категории, в данном проекте было очень важно уйти от фокуса на рациональные преимущества, да? Сфокусироваться на эмоциональном вовлечении и лояльности, поскольку, как я уже сказал, у потребителя есть такой запрос. Потому что не просто решение финансовой проблемы, а некая поддержка, да, в дальнейшем движении. И, конечно, транслировать уникальные черты. Если мы говорим, что мы действительно там самая там технологичная компания, если мы действительно, так сказать, там максимально сильно, максимально интенсивно работаем с своим персоналом, да, если у нас самый лучший коллекторский центр свой на этом рынке, то, извините, об этом надо сказать. Да? И еще раз, так сказать, иллюстрация отношения потребителя к этой категории, к этому продукту, вот, ну, здесь есть, да, то есть я зашла в зеленый рынок, почему не знаю, да, я мама многодетных детей, мне никто не дает, да, в банке, и так далее, и тому подобное, и мы понимаем, да, и мы понимаем, что потребителю это нужно признание своих проблем, а не просто 16 тысяч за 20 рублей по одному документу. Вот, поэтому мы помогаем, конечно, потребителю в своих коммуникациях, что мы помогаем потребителю преодолеть финансовые проблемы, но делаем это в ситуации признания в ожидании.
Вот. Не буду дальше, так сказать, анатомию признания показывать. Соответственно, первое, что было сделано в этом проекте, мы поменяли позицию бренда и сказали, что это не займ для зарплаты категории, а это помощь на пути к лучшему. Достаточно долго, да, мы это все как бы мы протащили это через все коммуникации, к сожалению, не могу сейчас показать как, но, условно говоря, есть такая вот исходная позиция бренда. Конечно, это лидерская позиция, конечно, это фокус на преимущество решения проблемы. И мы получили сейчас такие вещи, когда мы стали более, ну, наверное, более современным трендом, но это не так важно по сравнению с тем, что мы совершенно по-другому разговариваем с клиентом. Да? Мы говорим, условно говоря, там, накладно быть Дедом Морозом, да? Пусть хлопоты будут приятными. Вот. Или там, если это, так сказать, быстрокарты как продукт, который активируется по телефону, да, начисляется по телефону деньги, тебе достаточно снять только, так сказать, в банкомате, то деньги у вас уже в кармане. То есть совершенно другая история по сравнению с тем, что было до того. Да? Понятно, что мы рядом, когда вам нужны деньги, понятно, что мы вам всегда дадим, но черт деталей, когда мы понимаем, так сказать, в какой тональности, в каком характере мы обращаемся теперь и сейчас к клиенту. Мы сделали целую концепцию системы копирайтинга, там порядка 20 лайнов. Вот. Там описанности есть, когда... А, все, спасибо. Скажите, пожалуйста, а целевая группа потребителей поменялась после ребрендинга? Нет.